Всем привет! И вы на канале Ангелина Принцесс. И сегодня будет распаковка шарика LOL, третья часть. Я снимала видео, как я отправилась в магазин в Сельпо покупать шарики LOL, но там, к сожалению, не было LOL Pets. И поэтому, пока я была в модельном агентстве занималась, мама отправилась в какой-то магазин, не знаю в какой, и купила тоже шарик LOL, только третью часть, третий сезон. Только это уже не LOL Pets, это какие-то другие куколки, сестренки. Вот. И мне очень интересно, прям тут вот тоже, вы слышите, что-то шатается, и тут шатается, и еще вот в этом шарике что-то, вот будто бы какое-то железо, вот я бью друг друга. И вот вы слышите? Надеюсь, что вы слышите. И мне вот кажется, что тут типа какая-то железо. То, что мне очень интересно. Так, какой будем шарик открывать? Хотя без разницы. Ну ладно, давайте мы откроем. Сейчас я заберетаю. А, это тот, где гудит. Ну ладно, так, будем открывать этот и посмотрим, что тут гудит. Итак, начнем с этой штучки. Тут какая-то либо инструкция или что-то еще. Ладно, мы это просто уберем со скотчем подклеенным, сюда положу. Так, будем открывать по заметочке. Как тяжело открыть. Ой, сам. В LOL Pets, конечно, шарик и LOL открывались побыстрее и поудобнее. Тут как-то заметик. Может, тоже не попробовать. Сейчас пошло. Ну же так. Интересно, в этом шарике под каждым, ой, под каждым слоем будут попадаться какие-то сюрпризы. Так, где тут что-то есть? А, вот выпало. А, тут какая-то LOL королева и замок какой-то. Да, прикольно. С короной, вдруг нам какая-то королева попадется. Но я так не думаю. Тут еще такая штука, что мы можем, не знаю, выиграть или что нам попадется. Ладно, мы открываем дальше. Второй слой уже полегче открывается. Тяжело открывается. Ага. Что нет? Тут она может менять цвет, плюваться, ходить в туалет, потом там еще плакать. И еще там тоже вопрос, что она еще может делать. Ну, знак вопроса. И мне очень интересно, что она еще может пятое делать. Я тоже не могу представить, может что-то кушать. Ладно, мы открываем дальше. Так, это свечка, тут такой шар интересный, вот его. Вот такой прикольный, вот как-то, не знаю. И вот он железный, кажется, какой-то, ладно. Сейчас попробуем убить. Да, это именно он, кажется. Так, последний слой. Готовы видеть, что нам попадется в последнем слое? Вау! Вообще под LOL Pets нету под последним слоем, кажется, какого-то сюрприза. Тут даже не один сюрприз. Так. Ого! С
Смотрите, какой тут шар интересный. Вау. Вау, тут корона какая-то. Это что? Итак, первое распочны. Звицы. Вот первое. Не понимаю, тут какая-то еще инструкция. А, смотрите, тут надо что-то крутить, чтобы открыть этот шар. Ладно. Открыто, знаете, аксессуары. Ладно. Мы попробуем по-своему. Потом вот это вот прочитаю. Ага, тут что-то крутится. Я не понимаю, что тут надо делать. Может крутить. Так. Ага, вот это вот штучки открываются. И что тут? Так. Тут пакетик. Такой маленький. А, конечно, тут инструкция такая. Прикольно. Вот тут открываются вот эти вот зубчики. Так, давайте уже побыстрее. Вам, наверное, не терпится посмотреть, что это только. Так. Это что тут? Вау, смотрите, какие очки. Это не подсолнечные очки. Есть подсолнечное масло. Это просто солнечные очки. Вот, смотрите, у меня никогда не попадались очки с такими вот стеклами. Если бы они были моего размера, тогда я бы их носила. А так я просто вот так вот могу носить. О, как Коля, это вверх ногами. Просто... О, как тянет. Ладно, давайте мы вот следующее. Ладно, давайте вот эти вот супчики откроем. Тут мне даже не крутится. Так, крутим дальше. Оно не крутится. Давайте мы что-то наклеечку снимем. Так, тут какая-то железка посередине. Так. Блин, я как всегда что-то сломаю. Ладно, давайте уже дальше крутить. Итак, мы такой цвет кроем. И тут опять все какой-то пакетик. Ого, что это? Змеечка, это тут надо что-то тянуть. Вот, тут надо потянуть. Мамочки, это что такое? Ладно, давайте мы это вот откроем. Это жесть. Это тут, наверное, ботиночки попадутся. Чьи-то. Так. Ого, смотрите, какие тут мокасины. Вау. Чувствую то, что мы всю ночь тут будем что-то убирать. Ладно. Ладно, давайте посмотрим, что тут. Тут, наверное, какая-то куколка. Вау. Тут, ого. Тут змеечка. Так. Давайте мы еще... Не посмотрели, что в этих штучках. Еще должны же какие-то аксессуары попасться. Тут явно бутылочка. Потому что я уже... На ощупь чувствую. Все. А, нам какая-то кукла блестящая попадется. Вот, тут блестящая штучка. Так, потерялась уже. И вот, наверное, кажется, последняя. Да, последняя. Супчик, это мне вот этот вот шарик уже начал нравиться. Да, а вот это вот, не вот так.